Румуни Закарпаття вирішують скористатись законом про добровільне об'єднання територіальних громад. Гуманітарна допомога угорською мальтійською службою милосердя. Допомога учасникам АТО та їх рідним, поради психолога. Методи вивчення німецької мови в Мукачівській гімназії. В школі номер 4 відбувся конкурс декламації словацьких казок та легенд. Вітаю! В ефірі програми «Від суботи до суботи». В студії сьогодні буду я, Катерина Лазаревич. Протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. Отож, до вашої уваги огляд коротких новин. Три карети швидкої допомоги придбані у Німеччині, дві – у Словаччині. На кошти європейських організацій та української громади в Європі відправлять у зону АТО. Реанімобілі включають також медичне обладнання – дефібрилятори, перфузор, кардіомонітори та апарати штучного дихання. Автівки поїдуть у Артемівськ, Волноваху, Маріуполь, де обслуговуватимуть прифронтові зони. Волонтери розповідають, що за їх допомоги можна робити операції в польових умовах та рятувати більше життів. За ініціативою Словацької християнської реформатської церкви відбувся збір коштів на користь нужденних верств населення Закарпаття. Мета акції – надання гуманітарної допомоги закарпатській угорській громаді у вигляді продуктів харчування, миючих засобів та грошей. За тиждень зібрано 4,5 тонни харчів, декілька тисяч євро. Перша партія допомоги прибула у Закарпаття наприкінці минулого тижня. Німецький Бундестаг спільно з Вільним університетом Берліна, Гумбольдт-університетом Берліна та Технічним університетом Берліна щорічно надає близько 120 стипендій молодим людям до 30 років 41 країни. Програма, мета якої організація діяльності в галузі суспільного життя у своїй країні, триває щороку з 1 березня по 31 липня. Стипендія фінансується німецьким Бундестагом. Вона складає 450 євро на місяць. Окрім цього, безкоштовне проживання, страхування, витрати на проїзд до Берліна і у зворотньому напрямку бере на себе приймаюча сторона. Кінцевий термін подання заяви – 30 червня 2015 року. На початку березня президент України Петро Порошенко підписав закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Закон визначає суб'єктів та основні умови добровільного об'єднання, описує порядок об'єднання територіальних громад та надає їм державної підтримки. Василь Йовді, голова Тячівської державної адміністрації, стверджує, що закарпатські румуни вперше в історії отримали шанс об'єднатися в одну громаду та мають для цього великий потенціал. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a semnat legea cu privire la asociația benevolă a comunităților locale. Legea reglementează relațiile care rezultă din asocierea satelor, orașelor și municipiilor. În calitate de exemplu reușit de reformă în domeniul autoguvernării locale, a fost luată Polonia. Asta e una dintre cele mai bune condiții pentru cetățenii Ucrainei români ca să se unească, să fie o comună normală. Ar fi o comună tare, o comună în jur de 40.000 de cetățeni și o comună care arăta multe lucruri pozitive. Da, așa se va numi comună? Sau va fi comună. 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 După lege scrie așa, comună, cum a fi o denumire care, lege permite așa, comuna puteți denumi ceva denumire nouă sau o denumire din țatele sau care se adună. Președintele Poloniei Bronislav Komorowski a declarat de mai multe ori în acest an că autoritățile poloneze sunt dispuse să împărtășească Ucrainei din experiența lor privind integrarea europeană, în primul rând în contextul reformei în domeniul autoguvernării locale. Ideea e bună, dacă nu se face amu, mai mult nu se face niciodată. E momentul cel mai potrivit, cel mai progresiv. Cum cred eu? Foarte greu. Mai dată mă repet. Cei mai mulți care lucra împotrivă, ori și primarii, viitori oameni, persoane care se văd la primari, și mulți care o să strige și nu înțeleg pentru ce strigă. Sedând la masă cu dumneavoastră, cu mine, cu altă, ori zice că tot da. Dar în inimă se gândea, pentru că începem. Fiecare primar
clar înțelege. Pentru pe urmă, când se adună toate 5 șaturi, tu trebuie să mergi să candidezi dintre toate. Deci, practic, nu vom mai avea primărie în fiecare... Nu. În sat o să numesc starostă. O persoană, care... pe bază de contract, pe un termen de 4 ani sau 5 ani, care o să ocupe cu anumite funcții. Uh-huh. El o să strângă hârtiile, să le ajute la persoane să-și facă hârtiile, să le aducă într-o modalitate care permite legea Ucrainei și să le aducă mai departe. Și el o să participe la noi se numea VCOMCOM. Comitetul Executiv. Fiecare stat o să participe la Comitetul Executiv la persoană. Da, primarul comunii o să alege la vot direct și între toate satele românești. Atunci ce înseamnă? Că fiecare primar care am noi, uh-huh, el care înțelege tăți sau de 3, 4, 5 ori. Lor întreba, dacă n-ai făcut de 4 cadențe la tine în sat, ce să faci tu acolo? Dacă inteligenția, învățătorii, medici din satele românești, ori înțelege că e un lucru plus. Aici îi. Dar la noi în satele românești e o singură problemă. La masă toți vorbim, dar o să facă oricine, numai nu eu. Asta e boala românilor care trăiesc în Zacarpatia. Viziunea reprezentanților puterii de stat din raionul Teativ asupra implementării noii legi în cel mai mare raion agricol din Ucraina a fost tema discuțiilor reportate de consulul general al României la Cernăuți, Eleonora Moldovan, cu președintele administrației raionale de stat, Vasile Iovdi. Satele au fost făcute pe sistemul sovietic, cum au fost făcute, pe baza care am un sat, practic, dacă nu ar primi bani de la Kiev, de la regiune sau ceva nu l-am ajutat de la noi, el nu are bani lui să funcționeze. Угорська Мальтійська служба милосердя розподілила 500 пакетів гуманітарної допомоги у Берегові та Берегівському районі. Допомогу в першу чергу отримали багатодітні сім'ї, малозабезпечені та одинокі пенсіонери. Збирати гуманітарні пакети Угорську Мальтійську службу милосердя змусила девальвація української національної валюти. Ціни на продукти харчування зросли на 100-150%. Тому, на жаль, кількість людей, які знаходяться під загрозою голоду, зростає. A Beregszászban élő Irénke néni azt a máltai szeretetszolgálattól kapott tüzelőt mutatja, amellyel sikerült átvészelnie a telet. Most ő az egyike azoknak a rászorulóknak, akik tartós élelmiszerekből álló csomagot kaptak a segélyszervezettől. Irénke néni nyugdíjas, aki egyedül gondozza 91 éves édesanyját és 51 éves fiát, aki születésétől fogva rokkant. Ők a támogatások nélkül nem tudnának megélni. Ebédet kapunk. És olyan nehéz helyzetben voltunk, hogy ha Mártai nem segít, akkor mi már nem vagyunk. Most ez a csomag, ez mennyire segít? Nagyon sokat számít, mivel hogy mostan hova a csillagos égig felmentek az árak, hát ez borzasztó, hogy mi nem dollárba, nem forintba kapjuk azt a nyugdíjat. Hála és köszönet, ez most egy jó hetekig, azt hiszem meg egy hónapra is be lehet osztani. A 7 gyereket nevelő Kocsis családnál érthető módon sokkal gyorsabban el fognak fogyni a segélycsomagban található élelmiszerek. Az 5 éves Zoltán azonnal elkezdte majszolni a száraz kekszet. Az édesanyja azt mondja, ez a csomag nem kicsi, de a 9 tagú családnak csupán 3-4 napra elég. Minden drága is, az ember nem tud belőle kijönni abból a pénzből, amit kapunk. Hát egy kiló liszt 17 griven. Mennyi volt? 4-5 griven. Úgyhogy van különbség, egy kiló. Nálunk elmegy egy nap 5 kenyér. 5, az csak kenyér. Amellé kell első, második, akkor a kenyére vagy margarin, vagy egy kis kolbászat. Egyszerűen már nem tudjuk úgy megadni a gyerekeknek, mint korábban. Ukrajnában az elmúlt 2-3 hétben a hrivnya értéke a felére csökkent az irányadó dollárhoz képest. Ez okozta az áremelkedéseket a polgárháborúval küzdő országban, ahol egyik napról a másikra ugrásszerűen megnőtt az elszegényedett emberek száma.
Az elmúlt heteknek ez a drámai változása, ami a hrivnyának a hirtelen értékvesztését jelenti, az, ami megmozgatott bennünket is, és egy gyűjtést kezdeményeztünk Magyarországon azért, hogy azokat az alapvető élelmiszereket, fűtőanyagokat és egyebeket segítsünk beszerezni a legrászorulóbbaknak, a legsebezhetőbbeknek, akiknek tulajdonképpen most egyik már pillanatra a másikra a jövedelme favatkát sem ért, vagy olyan minimálisat ér, hogy nem tudja ezeket már megvásárolni. A gyűjtés eredménye ez egy hosszú munka lesz, hiszen a gyűjtés tart Magyarországon, de az első percben, amikor elkezdtünk gyűjteni, eldöntöttük, hogy néhány napon belül élelmiszercsomagokat fogunk osztani a leginkább sérülékenyeknek, és hát látjuk, ahol vagyunk, hogy itt nagyon szegény emberek élnek. És most a mai naptól elkezdünk csomagot osztani. Elsősorban a helyi önkormányzatoktól, a helyi máltai szervezet tapasztalataira, az egyházi ajánlásokra támaszkodva jutunk el családokhoz, magunk visszük ki a csomagokat. Liszt, cukor, olaj, rizs, száraz tészta. Többek között ezek a tartós élelmiszerek szerepelnek a 4-5 ezer forint értékű segélycsomagokban, amelyekből 500-at juttatott el a rászorulókhoz az elmúlt hétvégén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A támogatottak listáját a szervezet Beregszászi irodája állította össze. Az utóbbi egy évben fokozatosan romlott az emberek megélhetése. Azt tapasztaljuk, hogy egyre több segítségkérés fordul hozzánk, egyre több ember az, akinek szüksége van a segítségre a mindennapi élethez. Vannak sokan, akik tényleg a mindennapi betövő falatukért is küzdenek, tehát éheznek. Nagyon sok a munkanélküli, rengeteg embernek nincs lehetősége az új árakban megvenni az élelmiszereket. Hiszen az utóbbi 2-3 hétben azt láttuk, hogy drasztikusan felmentek az élelmiszerek ára, viszont a nyugdíjak azok nem. Van önöknek listája a rászorulókról? Mekkora ez a lista? Mekkora lehet? Most 500 csomagot hordanak szét, mennyire lenne szükség? Mennyit tudnának szétosztani? Rengeteg embernek van rá szüksége egész Kárpátalján, tehát több ezret is szét lehetne osztani. De itt valójában egy hosszú távú, elhúzódó válságba kell felkészülnünk, és olyan segítségre, ami nem csak egy csomag átadása, hanem ami a mindennapi megélhetésüket segíti előre, tehát akár távmunka, akár olyan szociális segítség, amik nem egyszerű. Amíg ez a támogatási rendszer nem alakul ki, addig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat folyamatosan fog segélyeket gyűjteni Magyarországon a kárpátaljai rászorulók számára. Сьогодні громадяни держави переживають складні часи. Багатьом, хто безпосередньо зіштовхнувся з бойовими діями, важко адаптуватися до дійсності. З реальністю необхідно співвідноситися, проте зберігаючи спокій та не впадаючи в паніку. Аби допомогти учасникам АТО та їх близьким, в студії у нас побував кандидат медичних наук, доцент, заступник декана медичного факультету, практикуючий психолог Сергій Васильович Цяпець. Каждый психолог специализируется на каком-то своем направлении, и я бы сказал, что сообщество психологов очень активизировалось в плане волонтерской помощи. И даже не люди идут к психологам, а психологи больше идут к людям после того, как возникла эта вся ситуация в нашей стране. А с какими вопросами чаще всего обращаются? Больше люди стали тревожными, и вот этот общий фон, эта общая тяжелая ситуация в стране, она взаимодействует с каким-то лично человеком, вот, с каким-то партнером, но часто говорит, что, а кроме того, на меня давит еще то, что у кого-то сын, у кого-то внук, у кого-то двоюродный брат, они где-то на войне. Как пережить время службы близким и родным? Нужно всем набраться терпения, и всем набраться понимания, и, возможно, где-то сдержать свои эмоции. И даже если хочется выплеснуть их кому-то в лицо, то все-таки понять, что у каждого есть своя ответственность. Тогда, возможно, мы чего-то добьемся. Но действительно время такое, что кто-то должен быть там, и кто-то должен защитить. Чего-то от чего-то. Особенно опасно, если мы не понимаем, кто там и для чего там. Очень сложно, действительно, очень сложно переживать то, что там есть. И вот, как вы в начале передачи сказали, не впадать в панику. Действительно, не впадать в панику, а пробовать трезво оценивать то, что там происходит. И если не получается, пробовать подключать к себе какие-то, вот, ну, как бы условно подключать, да, пользоваться ресурсами. Там, семья, другие родственники, работа, сотрудники. И пробовать общаться, общаться. И принимать помощь. Вот насчет паники.
Это совершенно очевидно, что ребята находятся там, то есть в состоянии опасном для жизни. Как не усугубить их и без того, возможно, где-то неровное моральное состояние родственникам? Большинство родственников, тех солдат, которые уезжают туда, они понимают, что они должны как-то хотя бы морально поддержать. И если это папа уехал от сына, да, от детей на какое-то время, то, конечно, мама должна поддерживать образ отца в том, что папа есть, в том, что папа защищает, в том, что он придет. В том, что он у нас герой, он вас защищает. То есть даже если есть доброволец, с решением которого жена не согласна, что он туда уехал. То есть я считаю, что нужно задуматься над тем, чтобы поддерживать правильный образ отца в семье. Да, это его решение, да, ну, возможно, жена с этим не согласна, потому что он действительно уехал от семьи. Но поддерживать какой-то вот образ для семьи отца, я считаю, что это нужно. Как поддержать тех ребят, которые уехали? Конечно, любыми способами поддержать. То есть это смс-сообщения, это какие-то рисунки детей. Нужно построить планы. А что я буду делать, когда приедет мой муж? А что мы будем вместе делать? И настраиваться на этот позитив. Это поможет как-то удержаться от паники. Всегда ли пребывание в зоне боевых действий влечет за собой психологические расстройства и травмы? Ну, конечно, не всегда. И мировая практика показывает, что если человек пробыл в зоне военных действий больше 3 месяца, то происходят какие-то необратимые изменения личности человека, который приезжает оттуда уже не таким, как он туда поехал. Поэтому многие солдаты говорят о ротации, о том, что нам нужна ротация для того, чтобы выжить не только физически, но для того, чтобы мы морально остались теми же, кто туда поехал. Поэтому то, что идет повторная мобилизация, повторные призывы, оно как бы все, конечно, оправдано для того, чтобы подменить и для того, чтобы обеспечить хотя бы какую-то психологическую реабилитацию на какое-то время. Чем может проявиться? Многие будут иметь нарушенный сон, нарушенная коммуникация. Они будут пугаться каких-то обычных, для нас обычных, условно, салютов, хлопков. То есть они будут впадать в трансовое состояние, вот если это будет действительно проявление посттравматического стрессового расстройства, какие-то мини-трансы или немножко больше трансы, или панические реакции на обычные, вроде бы, для нас, для тех, кто там не был, какие-то громкие звуки. И тогда этим людям нужно дать время немножко отойти. То есть если вы не профессиональный психолог, попробуйте просто побыть рядом с человеком, если он этого хочет. Если он этого не хочет, то не будьте с ним. Если при этом происходят какие-то вот, конфликты постоянные, то есть, или проявляются какие-то соматические расстройства, там, возможно, обострение язвы, возможно, гипертония, возможно, обострение хронических заболеваний кожи, возможно, различные соматические проявления, то тогда лучше действительно обратиться к психологу, психотерапевту, возможно, психиатру, для того, чтобы помочь человеку выйти. Если это нарушенный сон, если это какие-то трансы, да, вот человек на какое-то время он влетает, туда, он вспоминает. Вот эти флешбеки — это то, что человек, вот, он влетает, и он, как бы, он сам не хочет этого, но это с ним случается, да, и он выпадает из вашей реальности, он может выпадать из разговора. Он, кто-то может начать злоупотреблять алкоголем и наркотиками или какими-то медицинскими препаратами, потому что психика не справляется с тем, что человек пережил. И близким, родственникам, врачам, психологам, нам всем нужно помочь этим людям пережить то, что там было с ними, потому что они воюют за нас. Вот есть выражение о том, что беда объединяет. Такие явления мы можем наблюдать сейчас? Действительно, это так. С одной стороны, мы видим какие-то проявы отчуждения, а с другой стороны, конечно, беда объединяет. И в том, что, возможно, украинский народ происходит какую-то вот закалку для того, чтобы это был действительно народ, для того, чтобы мы действительно ощутили то, что у нас есть своя страна, своя независимость, для того, чтобы мы это ценили, для того, чтобы мы это понимали, то мы вот... эти сражения, эту войну, которая есть на Востоке, мы должны принять как, не знаю, как урок, как закалку, как то, что может нас объединить в том, что мы были не против кого-то, а в том, что мы были сами, чтобы мы были сами за себя. То есть не против кого-то, а в том, чтобы мы уважали себя, и после уважения себя мы уважали других. То есть, с одной стороны, мы не должны кричать, что Украина понад все,
А ми повинні вспомнити нашого Шевченка. Да, свого навчайтесь і чужого не цурайтеся. Дійсно, тут повинно бути уваження к собі і через уваження к собі уваження к другим. Вчителі німецької мови та літератури Мукачевської гімназії не лише постійно вдосконалюють процес викладання, впроваджуючи нові методи навчання з використанням сучасної техніки, але й ведуть активну позакласну роботу, заохочуючи учнів до вивчення мови Шиллера та Гьотте. Адже ґрунтовні знання саме з німецької мови дуже важливі задля майбутнього теперішніх учнів, підвищення їх шансів бути конкурентноздатними на ринку праці не лише Закарпаття, але й Європи. Die Fremdsprachenkenntnisse geben den jungen Fachleuten eine reiche Palette der professionellen Möglichkeiten. Aber um die Fremdsprache gut zu beherrschen, braucht man die gute Vorbereitung schon in der Grundschule. Die negative Tendenz des Deutscherlernens sieht man in den transkarpatischen Schulen. In erster Linie hängt das von den Eltern ab, die für ihre Kinder Englisch wählen. Nur wenige Schulen können gleich gute sowohl Englisch- als auch Deutsch-Sprachkenntnisse vorweisen. Мовний розподіл у нас відбувається у першому класі. Тобто під час запису учнів у школу у заяві вказується, що вибір мови вибирає здійснює адміністрація навчального закладу. Тобто це у нас, як правило, відбувається 50 на 50. 50% – це учні, які вивчають англійську мову, 50% вивчають німецьку мову. Відповідно, у п'ятому класі автоматично учні, які вивчали німецьку мову, як другу іноземну вчать англійську, учні, які вибрали собі англійську, вчать німецьку. Der Lehrerprofessionalismus ist bei dem Lehrprozess von großer Bedeutung. Ständige Verbesserung der Sprache, Teilnahme an verschiedenen Seminaren im Ausland, methodische Vorbereitung, das sind die wichtigen Bestandteile der fachlichen Entwicklung eines Lehrers. Sie müssen ein Vorbild für Schüler und Schülerinnen sein. Sie müssen professionelle Kompetenz haben, sie müssen auch Elternarbeit aktiv führen und natürlich kreativ sein. Die moderne Schule soll nach neuen Formen und Methoden suchen, um den Schülern tiefe Kenntnisse beim Spracherlernen zu geben. In Verhältnissen der technologischen Entwicklung ist es viel leichter, die Erkenntnistätigkeit der Schüler zu aktivieren, zum Beispiel mit Hilfe von der Interaktivtafel, Internetquellen, Online-Tests und anderes. Die deutsche Sprache zu erlernen hilft nicht nur die Arbeit während der Stunde, sondern auch die außerunterrichtliche Arbeit. Die Maßnahmen für die Schüler sind sehr wichtig. Zum Beispiel im vorigen Jahr habe ich eine Maßnahme, ich habe ein Theaterstück vorbereitet, das heißt Däumelinchen. Auch haben die Eltern teilgenommen. Die Schüler haben viele Dekorationen gebastelt, das war sehr lustig. Zur Vorstellung haben viele Eltern, Großeltern, Freunde und Grundschulkinder gekommen und das war alles super. Und auch mit der Schüler der Oberschule habe ich eine Reise nach Deutschland organisiert. Wir haben Berlin besucht. Es war sehr interessant, weil in der Schule sie viel über Deutschland gelernt haben und jetzt konnten sie alles mit eigenen Augen sehen. Das Deutscherlernen soll nicht langweilig sein. Die Schüler haben gerne aktive Arbeit. Wenn man in der Stunde mehr spricht oder die deutsche Sprache hört, so lernt man schneller, es ist interessanter und nicht so lang. Die Schüler, die die deutsche Sprache besonders gern haben, lernen sie nicht nur an den Unterrichten, sondern auch in der Freizeit. Jeder wählt solche Lehrmethode, die ihm am besten gefällt. Um mein Deutsch selbst zu verbessern, sehe ich deutsches Fern zu Hause, auch lese ich deutsche Krimi-Bücher und Fantasy. Auch habe ich viele Freunde, die in Deutschland lernen und ich chatte mit sie in Deutsch. Das Interesse für das Deutscherlernen ist im Ganzen niedriger als für das Englisch, obwohl in Transkarpatien gerade Deutsch mehr nachgefragt wird. Прихильність більше до англійської мови, оскільки зараз воно вважається більш такою популярною мовою міжнародного спілкування. Але тим не менше, якщо ми говоримо про використання іноземної мови у нас, конкретно в регіоні в Закарпатті, то я думаю, що перевагу батьки надають англійській, але необхідність більша в німецькій мові. Оскільки основні підприємства міста Мукачева, які, скажімо так, бюджетонаповнюючі, вони в основному співпрацюють з австрійськими і німецькими підприємствами. Die deutsche Sprache ist eine wichtige Geschäftssprache in Europa.
Außerdem gibt das Erlernen und die Beherrschung von Deutsch die Möglichkeit, in Deutschland im Rahmen von verschiedenen Bildungsprogrammen zu lernen. Здавен кажуть, що духовне багатство народу характеризує його народна творчість – мова, література та традиції. Отож, щоб заохотити учнів Ужгородської загальноосвітньої школи номер 4 з поглибленим вивченням словацької мови до глибшого пізнання краси словацької літературної спадщини, вчителі цього закладу щорічно організовують конкурс словацьких легенд. Pred nedávnom centre slovenskej kultúry v Užhorode sa konala tradičná súťaž prednese slovenskej povesti pod názvom Šalianský Maťko. Je to konkurs, ktorý vytvára deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností, pomáha im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou slovenských spisovateľov. Celkovo na súťaži sa zúčastnilo 10 žiakov od 2. do 7. ročníka. Recitátori boli povinní predniesť slovenskú povesť od ľubovoľného autora na spameť. Niektoré deti sa pripravovali samostatne, iným zase pomáhali rodičia alebo učitelia. Súťaž prednese slovenských povestí, nazývaná Šalianský Maťko, sa koná už 22. krát. Teda Šalianský Maťko nám vyrástol. Už je z neho riadny chlapec, 22-ročný. Za ten čas sa do súťaže prihlásili stovky detí, môžeme povedať, keď prerátame dokopy okresné kola, krajské kola, tak sú to aj tisíce. Tí najlepší sa na Slovensku vždy dostanú na celonárodné kolo Šalianský Maťko, ktoré sa koná v mestečku Šala. Tam vlastne sa zrodil Šalianský Maťko a má prímenie, alebo môžeme povedať, nesie meno spisovateľa Jozefa Cigera Hronského, ináč rodáka zo Zvolena. A známe ho tým, že písal pekné rozprávky a povesti. Keď som sem prišla, nevedela som, že súťaž Šalianský Maťko je rozšírená, že teda sa koná aj v Užhorode. To bolo pre mňa dosť takým prekvapením, lebo som si myslela, že len na Slovensku, ale že chodia deti z Maďarska alebo z Rumunska, som vedela. Nevedela som ale, že chodia aj z Ukrajiny. To bolo pre mňa takým prekvapením, ale príjemným prekvapením, pretože som vedela, že môžem nadviazať a môžem ukážky, ktoré poznám, použiť, dať týmto deťom, vyskúšať to s nimi. Ech, keby sa tu ukázala, iste by som ju vykrstil. Zašomral Ivčiče. Baba jedna, len čo poctivým zvonikom starosti robí. Kto bude panisko oko hrušky obrať, keď celá družina musí diečisko hľadať? O svojich dojmoch porozprávali členovia učiteľskej poroty, ktorí mali možnosť hodnotiť súťažné vystúpenia žiakov v slovenskom jazyku, ale aj ich herecké schopnosti a skúsenosti. To, že sme to dneska trošku natiahli, svedčí o tom, že tá hladina a tá výška tej kvality je stále vyššia a vyššia a je to aj tento rok. Ozaj, už aj výber textu je veľmi originálny a každé jedné tie výpovede žiakov sú na takej vysokej úrovni, že musíme stále viac a viac rozmýšľať, tak to nás na jednej strane zavezuje a na druhej strane zase nás to teší, že tá látka prejavu detského je ozaj vysoká. Tie povesti, to je určitý druh, určitý žáner, to je na jednej strane, ale zase na druhej strane tým pádom je to zase určitý vzťah k literatúre. Lebo keď žiak sa musí niečo naučiť, tak najprv to musí prečítať a číta to viackrát, buď ho to zaujíma, alebo ho to nezaujíma a keď ho to zaujíma, tak sa už tomu venuje viacej a tie ako aspoň čiastočné úspechy ho potom posúvajú ďalej vyššie a vyššie a to je aj taký, ako by som povedal, krajný príznak tejto súťaže. Deti súťažili v troch vekových kategóriách. Po skončení podujatia víťazom boli udelené diplomy a sladké darčeky. Dnes som súťažila, no veľmi som sa bála. Áno, veľmi som sa bála predtým, ale potom už odišlo trochu a tedy som zmohla normálne rozprávať. Veľakrát som súťažila a mala som prvé miesta. Veľmi ľúbim súťažiť, ale keď súťažím a hovorím tú povesť, trochu som bala sa teraz, lebo aj som teraz v inej kategórie. Žiaci, ktorí dostali prvú cenu, majú možnosť reprezentovať zakarpatských Slovákov na celoslovenskej súťaži Šalianský Maťko v Šali na Slovensku.
Цей випуск добігає свого завершення. Про те, чим житиме багатонаціональна спільнота краю протягом наступних 7 днів, ви дізнаєтесь вже за тиждень з програми «Від суботи до суботи». Наразі у мене все. Бережіть себе. А на вас чекає анонс подій наступного тижня. Побачимось. 14-15 березня в області проходитимуть заходи, присвячені 76-й річниці з дня проголошення незалежності Карпатської України.